Если мужчина отказался от секса, это мертвый мужчина. Он не мужчина. Он живой человек, это оно. Он человек, он может быть и на работе где-то полезный, еще какие-то свои функции, он даже папой может быть. Но вот этого огонька внутри нет, батарейка не подзаряжается. То есть это оно бесформенное. А энергии нет. Денег нет, со здоровьем напутано. Всерьез мир воспринимать не будет. То есть нет секса, нет денег. Ни разу не видела импотента олигарха. Ну или человека, который зарабатывает деньги, заводы, пароходы. И вот они активные, они в этой области прям вот по-другому не бывает. Если у вас этот центр задавленный, как правило, это здесь у вас установки всякие психологические, принципиальные. Эти люди всегда принципиальные. Исключение, если у вас секс с Богом, если вы в духовности, это другое.